быстрее включение исходного места. И тема Безуса сейчас заканчивается еще тем, что Безус поедет с Рудаковым искать Лехи Безусу женщину. Давайте посмотрим. Спасибо, Кристина. Что сегодня? Вот где у тебя вот руку, тебе нравится греть бибирку женщину? Вот и бей ее молча. Вот, я хочу, чтобы сегодня Дима сфиналил Я, да, ты нет. Я Диму сфиналил именно вот эту тему. Ну да, ты же нашел свое счастье. Как вы считаете, Леша Безус найдет девушку себе в ближайшее время? Сможет ли он построить серьезные отношения? Я к нему очень хорошо отношусь, но просто поймите, у человека должна быть мотивация, должно быть желание. На протяжении этого все времени, как я знаю, Леша, поймите, вот у него либо Милена, либо мы только сейчас о Милене говорим. Я напоминаю, что Леша Безус, Дим, да, я напоминаю, что Леша Безус стоит в субботу на голосовании. Но ты, я так понимаю, говоришь о том, что он отыгранная карта, и ты просто сейчас агитируешь, потому что ты говоришь, по поводу ему отойти, собственно говоря, в другой мир. Во-первых, я не агитирую, это мое мнение. Я не вижу, что вы. Вы спросили, я ответил. Ну то есть все, вы Лешку король, как участник. Нет, можно я быть счастливым, Дим, пожалуйста. Смотри. Дим, не. Себе нашел и главное, Дим не дает. Такая история. Мы уже много смотрим. Приветики, приветики всем. Как считаете, после отношений с Миленой, вот Вику сегодня выгнали, сможет ли Алексей Безус построить отношения еще на проекте или нет? Здесь и сейчас есть я, есть жизнь. Тогда хорошо, на сегодняшний день, даже недавно вы ездили с Ибаровым, так же куда? Миленой, у тебя только недавно здесь на 40% была к ней еще любовь, чувство, и получается, что мы... Да, уже меньше. Леша, а ты признаешь, что твоя тактика провалилась? Какая? Нет, нет, я скажу, что нет, просто Милена, по-своему, очень сложный человек. И я скажу, что не каждый был готов на проекте с трудные отношения. Я был бесстрашен. Хорошо, честно. Бесстрашен. Но, Лёва, ты понимаешь, что твоя тактика, которую ты избрал с ней, она была неверной? Нет, я так не считаю. Я считаю, что просто по-другому с ней невозможно было. Когда хорошо, она все равно жестила и переходила палку. Я предлагаю закончить этим руководством. А Алексей Безус сказал главные слова. Он был бесстрашен. В эту субботу мы узнаем, хватит ли у него бесстрашия. Или, как говорит Дмитрий Петренко, он окажется рудиментом нашего коллектива. В любом случае, в ночном эфире лотерея, которую будет чернить Настя Балтер, может быть, она окажется в этой банке или у Лешки будет волшебная. Так, друзья, лобная закончилась, вон все расходятся. Конечно же, эфир вы увидите весь через неделю ровно. Вот меня спрашивали, через сколько эфир. Эфир ровно через неделю, 23:00. Так что смотрите, не пропустите, там много интересного.